Добрый день, уважаемые гости нашего канала. С вами ОМЗАП, сервис. Меня зовут Павел. Сегодня хотелось рассказать вам об очень интересном автомобиле, достаточно редкий для наших дорог. И это Kia Carnival третьего поколения, рестайлинг. Очень интересный автомобиль. Давайте поговорим о нем. Чем интересен данный автомобиль? Тем, что он официально продается в России через официального дилера. В США представлен как Kia Sedona, в Корее Kia Carnival. В нашем случае третье поколение с очень интересным запоминающимся дизайном от Петера Шрайера. Сразу же бросается запоминающая решетка радиатора, как некоторые говорят, ноздри тигра. Интересная передняя оптика, противотуманные фары, естественно. Предлагаю поговорить сначала о комплектации. У нас представлена комплектация 11-местный, по-моему, называется Luxury. Максимальная версия High Limousine. Отличительная особенность от Luxury – это максимально установленный электропакет, в частности, электронное открывание задних дверей, боковых сдвижных и задней пятой двери, она же крышка багажника. В задней части, опять же, у нас обновлена оптика, бампер. В самой простейшей комплектации, в нашем случае Luxury, присутствует партроник и камера заднего вида. Но отсутствует электронное открывание задней двери. Все чисто механически, механика. Ну, о багажном отсеке мы еще вернемся. Давайте переместимся в салон, наверное, поговорим о том, что у нас есть внутри. Так, в салоне место для водителя. Сразу же к сиденьям. Сиденья достаточно удобные, тоже с боковой поддержкой. Отделка у нас перфорирована белая кожа. О настройках сидения. Они все механические, нету электроприводов, каких-то памяти, запоминаний, но достаточно все удобно. Регулировки достаточно комфортные. Руль, регулировка по плоскостям вверх, вниз, вперед, назад. То есть есть. Сам руль трехспицевый. На руле у нас есть управление бортовым компьютером, круиз-контролем. Тут, опять же, все, что связано с телефоном и мультимедиа, громкость, радио. Блок кнопок управления стеклоподъемниками, электрический привод, зеркал, регулировки, двери, естественно, открыть-закрыть. Опять же, в нашей комплектации боковые кнопки у нас присутствуют, по идее, 5 технологических отверстий. 2 из них заняты кнопками отключения-включения курсовой стабилизации и регулировка подсветки приборной панели. Дальше идут заглушки на максимальных комплектациях. Там установлены у нас заглушки. Тут, опять же, контроль полосы может быть на максимальных комплектациях, контроль слепых зон и еще, по-моему, розетка. Ну, кнопка открывания лючка бензобака. Так, об отделке давайте. Приборная панель достаточно так интересная линия, вставка под дерево, достаточно все качественное. Пластик, вроде как бы пластик, но скажу честно, по качеству создает впечатление достаточно качественной отделки. Детали все подогнаны, в принципе, хорошо. Еще, что касается водителя, сразу бросается в глаза. Есть вроде стойки передние очень широкие, но есть тоже технологические такие окошечки, которые позволяют так или иначе контролировать вот эту вот слепую зону. Если даже у нас есть там какой-то столб или препятствие, любой водитель, который ездит за рулем и там при парковке, скажет, что это достаточно удобная вещь. А то бывают такие автомобили, садишься, стойки широкие, и обзорность сразу ухудшается из-за этого. В нашем случае корейцы это дело грамотно предусмотрели и, в принципе, достаточно интересно смотрится. Опять же, в нашем исполнении есть какой-то, не могу сказать, не знаю, что это такое, какой-то специальный материал, который, наверное, сохранит нашу панель сверху от каких-то, я не знаю, воздействие солнечного света и прочее. Ну, достаточно даже интересно смотрится. Так, дальше давайте по правую руку у нас, ну, селектор, естественно, селектор пластиковый. Не знаю, как он будет вести себя в процессе эксплуатации. Кстати, отмечу, автомобиль у нас всего 9000 пробега, чисто корейский. В дальнейшем посмотрим, как он будет вести себя. Мультимедийная система, 8-дюймовый сенсорный монитор. Как-то тоже, опять же, интересно сделан. Но, возможно, потому что корейское исполнение. Есть два языка, английский и корейский. То есть все, что касается навигации, все на корейском, нельзя переделать, да? А менюшки, в принципе, элементарные, они идут на английском языке. То же самое у нас и с бортовым компьютером, со всеми делами. Все, что у нас касается бортового компьютера, ну, как бы по-английски все понятно, удобно. Приборная панель, два колодца, стрелочные, в принципе, стильно, ненавязчивое освещение. В принципе, наверное, крайне удобно ехать по трассе ночью, глаза не устают. Так, что мы еще тут имеем? Тут подрулевые переключатели, естественно, многофункциональные. Все, в принципе, в них спрятано, никуда не... Все, что касается управления дворниками и освещением, все под рукой, все удобно. В нашей комплектации, опять же, есть круиз-контроль. Но у нас нету климата-контроля как такового. У нас есть обычная печка двухзонная, передняя, задняя зона и кондиционер. Опять же, по комплектациям USB разъем AUX для прослушивания любимой музыки, зарядки телефона и прочее, селектор. Если комплектация максимальная, тут есть кнопочки помимо подогрева, да, подогрев передних сидений, право-лево, пассажирское, водительское. На максимальной комплектации тут есть кнопка вентиляции, в нашем случае ее нету, и кнопка отключения партроника. Но у нас есть Active Eco. Достаточно очень много свободного места, всякие рундучки, лючки, под мелочь, два подстаканника. Опять же, на максималках они, по-моему, подогреваются и охлаждают. Ну, по крайней мере, задний так точно. Передний не могу точно сказать, но... Так, два подстаканника, достаточно большой у нас бардачок под всякие мелочи. Можно как спереди, так и сверху имеет доступ. Очень удобный подлокотник. Опять же, два подстаканника. На максимальных версиях, вот точно, сзади подстаканники имеют режим подогрева и охлаждения. И опять же, тут будет присутствовать модуль управления всеми этими делами. Сверху у нас освещение. Если была бы максимальная комплектация с электрооткрыванием боковых сдвижных дверей, то как раз бы были бы вынесены кнопки именно вот в это место, вот на потолочную часть. Ну, как обычно, под очки освещение. Так, козырьки откидные, с подсветкой, загорается на потолке, на обшивке, как у водителя, так и у пассажира. Так, что еще? Имеется два бардачка, верхний и нижний, достаточно удобные, вместительные, нет каких-то провисаний, скрипов. В принципе, это все вопрос качества. Достаточно все качественно и отлично сделано, без каких-либо замечаний. Итак, давайте переместимся в заднюю часть салона, посмотрим, что у нас сзади. Добрый день, с вами компания ОМЗАП. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Итак, задняя часть салона. Сел за водителем. Что сразу охота отметить? Ну, в принципе, я человек невысокого роста, и мне достаточно комфортно и удобно. Отмечу сразу же сидушки, в принципе, очень даже комфортно. Есть подголовники, которые могут усилить ваш комфорт при езде на дальние расстояния. Есть откидной ряд сидений, откидная сидушка, вернее. Как вы можете наблюдать, они, в принципе, у нас есть два ряда, они все сидения раздельные, но есть еще откидная. Можно использовать как подлокотник, ну, по необходимости эта сидушка у нас откидывается. Легко расправляется. На спинке сиденья есть подстаканники и еще импровизированный столик. Также оно может у нас раскладываться и для еще одного пассажира. Так, задняя дверь. Опять же, очень интересная фишка. Сдвижная дверь, оборудованная электростеклоподъемником. То есть, ну, как бы, мне кажется, это интересно. В потолке у нас есть воздухоотводы для печки и кондиционера. Вернемся в блок управления задней печкой и блоком кондиционера, кнопочный, опять же, регулируемый. Здесь у нас имеются заглушки, но в этом месте при максимальной комплектации имеются розетки, что-то, опять же, блок, по-моему. А сверху у нас еще оборудован жидкокристаллическим монитором, который показывает как раз, как распределяется наш воздух. Имеется бардачок под всякую мелочевку. Так, дальше, давайте, третий ряд сидений. Третий ряд сидений. Попробую туда, наверное, переместиться. Итак, третий ряд сидений. По исполнению такой же, как второй. Но что могу отметить сразу? Становится уже не так комфортно. Чем дальше вглубь багажного отсека, тем места становится меньше. И наводит на мысль. Опять же, также есть откидное сиденье. Тут два подстаканника, колоночки. То есть, я так думаю, со звуком вообще проблем нету. Откидное сиденье. Также подстаканники. Столик. Если сесть посередине. Ну, то есть, три ребенка уместится очень даже легко. И сразу меня наводит на мысль, что это автомобиль абсолютно семейный, абсолютно для перевозки детей. Кстати, в плане безопасности Kia Carnival, в принципе, очень безопасна. По-моему, по рейтингам она где-то в районе 4-4,5 набирает звезд в классе безопасности. Поэтому оборудован, опять же, ремнями безопасности. На каждом сиденье они присутствуют. Возможность установки детских кресел и прочее без проблем. Так. По высоте могу сказать, что места достаточно. Воздухоотводы на третий ряд сидений тоже присутствуют. Ремни безопасности регулируются по высоте. Регулировки есть. И еще хотелось бы отметить, так как автомобиль у нас переднеприводный, нет кардана и нет тоннеля под карданный вал, поэтому пол абсолютно ровный. Регулировка сидений достаточно простая, все двигается, все работает, все, как бы, вопросов нет, все нравится. И самое интересное у нас находится в багажнике, давайте посмотрим. Итак, повторюсь, электропривода у нас нет, на максималках электропривод, ну, в нашем случае механический, но ничего страшного. Багажник. По объему он занимает объем, по-моему, 360 литров, если мне память не изменяет, в таком исполнении, то есть, ну, с двумя рядами сидений. Так, что мы тут сделаем-то? Убирается вот такой коврик. У нас присутствует третий ряд сидений. Но сразу бросается в глаза. Вы меня, конечно, извините, но тут абсолютно нет места для ног пассажиров четвертого ряда сидений. Корейцы, конечно, молодцы, но это меня умиляет, мягко говоря. Конечно, при условии, если попробовать раздвинуть все сидушки, чисто свое субъективное по ощущениям мнения, если пододвинуть второй ряд максимально к водителю, третий ряд, ну, тут высвободится, конечно, вот чуть-чуть, но отсек, как я понимаю, ровно для двух детей, при условии, что средняя сидушка откинута третьего ряда. Но так или иначе фишка достаточно хорошая, мне нравится. Не знаю, насколько тут удобно, пробовать не буду, залазить не буду, но сами все можете увидеть. Опять же, сиденье прячется у нас под пол, из чего мы делаем сразу вывод, что запаски у нас нет. Вместо этого у нас присутствует такой отсек якобы с инструментами, где мы можем наблюдать огнетушитель, баллонник и ремнабор, чтобы добраться до ближайшего сервиса шиномонтажки. Опять же, в багажнике у нас есть 12-вольтовая розетка, освещение, ну и, в принципе, все. Ну а теперь предлагаю взглянуть под капот, что же у нас под капотом. Итак. Автомобиль. Ну, сразу отмечаем, нет гидравлических стоек, поэтому приходится пользоваться подпорочкой. Данные автомобили оборудуются двумя видами моторов. V-образная шестерка, 280 лошадиных сил, 24-клапанная. В нашем случае 2,2 литра дизель, 16-клапанный D4HB, мотор старый проверенный, с топливной системой Common Rail, 202 лошадиные силы, по-моему, 400 ньютон крутящего момента. Что можно сказать по мотору? Мотор проверенный. Когда он появился, вызывал маленькое недоверие, потому что алюминиевый блок, но, как показала практика и эксплуатация, в принципе, мотор надежный, только, опять же, вопрос по моторному маслу. Очень чувствителен, может со временем эксплуатации появиться дополнительный шум со стороны цепи ГРМ. Поэтому с маслом, ребята, осторожней, меняем чаще, меняем только качественное, проверенное. Опять же, смотрим допуски, потому что сажевые фильтра, все установлено, поэтому проверяем допуски, смотрим. С этим осторожно. Рулевое управление у нас гидравлическое, рейка обычная. Опять же, передний привод. Ну, заедем в бокс, поднимем на подъемнике, посмотрим более детально схему подвески, как что расположено и как что выглядит. В плане ТО, техническое обслуживание, у нас на нашем канале есть ролик, мы снимали по этой машине, именно проводили ТО, меняли фильтр воздушный, насколько я помню, масло в моторе, ну, какие-то осмотровые работы проводили, поэтому заходите, смотрите, изучайте. Поедем в бокс, посмотрим снизу. Подняли с вами автомобиль. Что мы видим? Ну, в принципе, автомобиль, как я уже сказал, новый, пробег совсем маленький, автомобиль только начал жить. Схема подвески. Обычный Макферсон, нижний рычаг, как обычно, через шаровую переход ЦАП-амортизатор. Рулевой механизм реечный, стабилизатор поперечный, курсовой устойчивости присутствует. Коробка 8-ступенчатая, А6ЛФ-3. Чуть-чуть о регламенте. Масло в коробке меняем, ну, с нашим климатом, с нашей эксплуатацией 50 тысяч. Частичная замена производится. Масло в моторе 7,5-8. Так, тормозные колодки по состоянию, стиле езды, как они будут изнашиваться, везде индивидуально. Но так или иначе, каждое ТО смотрим, проверяем. Привод у нас передний. Так, усилитель, говорил, нет, рулевой реечный механизм, гидравлический, привод передний, карданы отсутствуют. Тут что мы с вами видим? В принципе, есть защиты, которые защищают трубки кондиционера, которые идут у нас на задний контур. Но защита у нас, опять же, есть пространство, где оно, в принципе, даже и не защищено. Ну, не знаю, надо будет понаблюдать потом за машиной, все равно будет ездить нам, обслуживаться. Как это все, что будет выглядеть. Сзади у нас многорычажка. Как обычно, пружины с амортизаторами раздельно. Нижние рычаги, тяги схождения. Все конструктивно, очень похоже на Спартаж, Соренто, Прайм в частности. Ну, как-то так. Ну, новый автомобиль. Будем следить за его жизнью. Как он будет ходить, как он будет радовать своего владельца. Итак, резюмируем. Автомобиль очень интересный, запоминающийся, надежный, идеально подходит для больших семей с большим количеством детей. Очень удобен, практичен, относительно недорогой в своем сегменте. Конкурентов обсуждать не будем, даже не буду ни с чем ставить в один ряд. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если интересуют какие-то темы, задавайте вопросы, всегда будем рады ответить. Все, на этом всем пока, всех благ, удачи.